I'd like a work permit. That's not my department. See my colleagues. I'd like a work permit. Can't you see I'm busy? See somebody else. Okay, I would like a work permit. Oh, why didn't you come to me first? The director will see you now. Встречайте! Один из худших ремейков из когда-либо созданных. Над классикой издевается сам создатель оригинального флешбэк Поль Кюссе. Он и его студия в прошлом году выпустила одну из худших игр этого поколения. Эми! Смотрите долгие и раздражающие ролики. Слушайте невнятный речитатив персонажей. Станьте свидетелями того, как неплохой научно-фантастический сюжет превращается в бесформу. Форменную размазню. Забудьте о погружении в необычный мир будущего. Бегайте взад-вперед по одним и тем же локациям, следуя навязчивым указателям. Участвуйте в долгих и скучных перестрелках, сражаясь с неудобным управлением и бронированными врагами. Развивайте протагониста, не ощущая бонусов от апгрейдов. Не хотите искать важные предметы и решать головоломки? Специальный визор и очевидные испытания к вашим услугам. Акробатика имеет мало общего с предшественником и отличается жутким примитивизмом. Технологию стирания памяти еще не изобрели. А жаль, люди бы выстраивались в очередь, чтобы забыть часы, проведенные за флешбэк HD.